Большое значение для построения сильного и успешного государства играет семья, то воспитание, которое в ней получает каждый из нас. Семья – важнейший источник накопления и передачи духовных и нравственных ценностей, традиций белорусской нации. Сегодня Запад пытается разложить институт традиционной семьи, а это одна из основных угроз национальной безопасности. Нашу страну Запад обвиняет в том, что мы выступаем за ценности традиционной семьи. Сохранение традиционных семейных ценностей – один из стратегических национальных интересов в Республике Беларусь. Более того, нашим приоритетом должна стать счастливая семья. Вопросы защиты института традиционной семьи, повышение эффективности обеспечения безопасности в демографической сфере отражены в концепции национальной безопасности Республики Беларусь и обновленной конституции нашего государства. По инициативе Генеральной прокуратуры Республики Беларусь подготовлен законопроект, предусматривающий административную ответственность за пропаганду нетрадиционных семейных отношений. В Беларуси действует разветвленная система государственной поддержки семей, в том числе воспитывающих детей. По свежим опросам населения, в число базовых ценностей белорусов входят дети, семья, родные и близкие. Запад, используя различные методы, пытается испортить ценности белорусов. Государство делает многое, но в основе всего лежит семейное воспитание. Современная система воспитания белорусов во многом опирается на опыт минувших поколений. Белорусам присущи традиции, уважительное отношение к родителям и старшим членам семьи. Трудолюбие, взаимопомощь и поддержка между членами семьи и рода. Послушание детей, уважение к обычаям предков, честность, открытость. Как отметил президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, важно чтить традиции, помнить подвиги поколения победителей, усердно работать для развития страны. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – это общая задача семьи, общества и государства. Говорите ребенку о своей стране только хорошее, демонстрируйте ее достижения. Рассказывайте о своей работе и показывайте, какую пользу приносит ваш труд людям и Республике Беларусь. Знакомьте ребенка с памятными местами и историческими достопримечательностями нашей Родины. Рассказывайте о тяжелых временах и испытаниях, которые с достоинством пережили наши предки. Участвуйте в торжествах по случаю государственных праздников. Знакомьте детей с символами суверенной Республики Беларусь. Поощряйте активность ребенка, ведь именно с нее часто начинается активный патриотизм. Организовывайте совместные просмотры познавательных передач, фильмов, мультфильмов о героях Отечества. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам. Прививайте любовь к природе родного края. Белорусы защищают семью как основу устойчивого развития и процветания своей родины. Какой будет Беларусь завтра, зависит от каждого из нас. Мы, молодежь Могилевщины, дорожим традициями предков и выступаем за счастливую семью как основу единого государства.